Здравствуйте, уважаемые коллеги. 10 часов, мы готовы начать. Надеюсь, меня слышно. Если все в порядке, поставьте плюсик, пожалуйста, хотя бы несколько человек. Наш сегодняшний вебинар 3-й по счету, и он посвящен подведению итогов приема заявок, началу участия в проекте. Посвящен передаче проверки и доработки цифровых копий книжных памятников, поскольку наш проект по регистрации и оцифровке книжных памятников. И основную часть вебинара проведет главный редактор Элина Борисовна Селезнева, потому что у нас... Здравствуйте, Элина Борисовна. Потому что у нас также большую часть времени и много вопросов вызывает аннотации. Меня зовут Татьяна Сидорова, я начальник отдела регистрации и оцифровки книжных памятников. Немного расскажу о том, пока и народ подтягивается, о том, как в этом году мы с вами работаем по проекту. В этом году мы поставили очередной рекорд. В проекте будет участвовать 57 организаций. Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека и 55 региональных участников. Это абсолютный рекорд. Большое спасибо всем, кто прислал заявки, кто нашел время, силы, у кого есть желание. Спасибо, очень рады. Надеемся со всеми встретиться в этом году, в следующем, извините, году, в 2024. Что хотелось сказать, у нас в этом году были безумно тяжелые заседания рабочего группы экспертного совета. Это просто были слезы, это были просто рыдания. Потому что нам постоянно приходилось выбирать лучшие из лучших, наилучшие из наилучшего. Основной критерий был редкость, уникальность, неповторимость. Выбор был огромный, а количество, к сожалению, ограничено. У нас есть 1000 документов, поэтому мы так же, как и в прошлом году, разошлем списки документов, которые были одобрены членами рабочей группы экспертного совета, но по объективным причинам, поскольку мы ограничены количеством в 1000 документов, мы не смогли взять в проект в этом году. Мы просим с пониманием к этому отнестись. Присылают очень интересные документы, зачитываемся даже названиями и очень ждем оцифровок. Также большую роль в отборе документов, когда мы не могли принять решение, играло качество тестовой оцифровки, взаимодействие с организацией, оперативность, потому что все-таки у нас проект по оцифровке книжных памятников, и, безусловно, на это мы тоже обращали внимание. В течение года мы доступны. Если есть вопросы, обращайтесь. Мы еще не потеряли надежды, что либо в конце этого года, либо в начале следующего у нас таки будет курс по оцифровке. Мы надеемся, будет полегче, попроще задавать вопросы. И попроще будет работать именно с цифровыми копиями. Следующее, о чем хотелось сказать – сейчас как мы будем взаимодействовать дальше по проекту. Практически завершилась рассылка договоров. Мы пока не отправили договоры тем, кто либо не подтвердил нам реквизиты, либо не прислал реквизиты, либо не подтвердил списки, либо не подтвердил количество страниц по приложениям. Очень ждем, коллеги, просим оперативно отвечать. Дальше как мы работаем? Мы получили от вас подтверждение. Сейчас у нас идет этап согласования контрактов с нашей стороны. Мы внесли в этом году в договор пункт, который говорит, что скан-копии равносильны оригиналам до обмена оригиналами. Соответственно, после согласования контрактов мы пришлем вам скан-копию договора, заверенную с нашей стороны, юристами и сотрудниками финансового департамента. Вы со своей стороны подписываете договор, отправляете нам скан, мы присваиваем договору номер, проставляется дата,
И после подписания уже оригиналов мы всем участникам высылаем оригиналы договоров. 2 экземпляра. Один вы подписываете и оставляете у себя, второй вы подписываете и возвращаете нам. Если есть вопросы, пишите. Здесь есть чат, специальная кнопочка «Вопросы». Когда коллеги начнут выступать, я готова оперативно отвечать на все вопросы, которые смогу. Далее. Те, кто уже получил от нас одобрение, те, кто уже получил от нас ответ, что оцифровки приняты, поздравляем, есть такие участники. Мы ждем от вас марк-записи, те, кто их еще не прислал. Мы надеемся, что вы будете оперативно и качественно взаимодействовать с Еленой Борисовной по написанию аннотаций. Мы со своей стороны после получения и одобрения оцифровок и отправки нам марк-записей готовы уже оплачивать ваши услуги. Поэтому вы можете вместе, ну, сначала, соответственно, нужно получить номер и дату договора. Как только вы эту информацию от нас получаете, вы можете нам присылать счет и акт. И, соответственно, когда уже все будет одобрено с нашей стороны, вместе с отправкой нам оригинала, вы также можете нам уже отправлять оригинал счета и 2 акта. Мы уже будем готовы оплатить услуги тех, кто оцифровки сдал. Те, кто еще в процессе, те, кто еще работает, напоминаем, что до 30 сентября, включительно, хоть это и суббота, мы ждем оцифровки. Если у нас есть такие участники, которые нам написали, что они не могут подписать договор со сроком принятия оцифровок до 30 сентября, понятно, если вам нужен рабочий день, мы не против, если вы поменяете дату либо на 29 сентября, либо на 2 октября, получается, но не позже 2 октября, пожалуйста, если 30 сентября вас не устраивает. Сейчас поступают вопросы относительно сроков оплаты, относительно способа оплаты и так далее. Оплату мы осуществляем по реквизитам, предпочтительно по единому казначейскому счету. Оплату мы надеемся закончить до конца ноября. И, к сожалению, мы производим только постоплату. Авансовых платежей мы не переводим. Только после того, как сданы все оцифровки, после того, как вы прислали марк-записи, вы присылаете нам счет акт, и мы уже полностью оплачиваем оказанные услуги. Вот это как бы основное, что я хотела сказать. Еще хочу всех поблагодарить за участие, за силу, за терпение, за желание. Мы очень любим наш проект, мы очень рады, что в этом работаем, мы очень рады получать от вас заявки, мы их ждем. В этом году у нас будет итоговый вебинар по проекту, скорее всего, на первой неделе декабря, мы так планируем. И с 15 декабря мы будем принимать заявки на 2024 год. Готовьтесь, ждем. Большое спасибо за внимание. Можно задавать вопросы, я буду на них отвечать и передаю слово человеку, который сейчас будет у нас загружен больше всех, человеку, который все оцифровки смотрит сам лично, Ольге Викторовне Смеловой. Оля, удачи. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рада видеть здесь, как я надеюсь, и участников этого года, и тех, кто будет принимать участие в нашем проекте в последующем. Для тех, кто сейчас уже занимается оцифровкой, наверное, эта информация будет очень актуальна и полезна, потому что сейчас у нас самый главный фактический этап нашего проекта, именно создание цифровых копий книжных памятников и
их загрузка в наше хранилище, проверка с нашей стороны и приемка. То есть, в общем-то, сейчас самый сложный, самый главный, самый важный этап нашего проекта наступил. И я хочу просто немножко напомнить тем, кто, может быть, уже в курсе, те, кто уже не первый год участвует, и тем, кто, соответственно, для кого это первый опыт, рассказать, как происходит, собственно, весь этот процесс, что должны сделать вы, что мы ждем от вас, и что, как мы с вами взаимодействуем. Забыла, как поставить презентацию. Уважаемый человек, который помогает нам с вебинаром, пожалуйста, напомните, как листать презентацию. А, все, стрелочку нашла, спасибо, извините. Итак, первое, что нужно вам сделать, это создать цифровую копию тех книжных памятников, которые у вас есть в списке, приложенном к договору. То есть вы производите, первым делом вы производите оцифровку. Далее мы ждем от вас письмо, что у вас готовы цифровые копии. И напоминаю, и еще раз хочу сказать, что если у вас большое количество книжных памятников для оцифровки, вы можете нам передавать их постепенно. То есть можете, например, разделить их на какое-то количество партий, ну, например, в каждой партии должно быть, конечно, не меньше там, 10-15 цифровых копий, и мы будем их проверять и принимать постепенно. Так, наверное, будет проще и вам, и нам. Но, конечно, нет, если вам это неудобно, вы можете и загружать все сразу, хоть там, 20, хоть 50, сколько у вас есть в договоре, одной партией, мы точно так же это проверим и напишем результаты этой проверки, вам сообщим. Ну, соответственно, вы делаете цифровые копии, и после этого пишете нам письмо на наш адрес книжпам@rsl.ru и сообщаете, что цифровые копии готовы, и вы готовы их загружать. Загрузка происходит в наше хранилище, которое мы предоставляем, и нужно вам получить от нас доступ в это хранилище, логин, пароль и ссылку, по которой в это хранилище можно зайти. Соответственно, вы запрашиваете, а мы отправляем вам вот эти сведения, доступ. Вы производите загрузку, обязательно сообщаете нам, что загрузка закончена, то есть вы уже все со своей стороны сделали. Ну, так бывает, что сначала загрузили, потом вдруг вспомнили, что что-то еще не загрузили, что-то доделать. Но вот тогда, когда вы уверены, что с вашей стороны все готово, можете сообщить, что можно начинать проверку. И напоминаю также, что кроме самих цифровых копий, то есть файлов в формате PDF, определенного типа, мы ждем от вас и дефектные ведомости. Дефектные ведомости – это, ну, некие сведения, которые оцифровщик, человек, который создает цифровую копию, кто сканирует и кто создает потом этот PDF-файл, хочет сообщить проверяющим с нашей стороны об особенностях вот этой какой-то конкретной книги. Подробно о том, что такое дефектная ведомость и как ее можно оформить, можно все это посмотреть у нас на сайте. Мы много раз уже об этом говорили в предыдущих вебинарах. Ну, просто напоминаю, что обязательно ждем от вас такую информацию. Далее, после того, как вы все загрузили и сообщили, что можно начать проверку, мы начинаем проверять. Проверку производим сначала мы внутри своего отдела, и потом после этого еще отправляем на проверку в наш такой специальный отдел, отдел технического контроля. Там проверка производится более подробно, она по разным критериям проверяется, разными программами. Очень подробно мы проверяем каждую страницу, в общем, просто очень-очень старательно, потому что мы хотим, чтобы в нашей национальной электронной библиотеке в разделе «Книжные памятники» лежали только цифровые копии очень высокого, хорошего качества, без ошибок. Если в процессе проверки обнаружены какие-то ошибки, что-то нужно доработать, мы высылаем вам
ну, в любом случае выслаю вам ответ о результатах проверки. Если все принято, значит, все принято. Если это была первая партия, соответственно, мы просим вас начать загружать вторую, следующую. А если это была одна партия, и у вас уже все принято, значит, ну, продолжаем работать уже далее с документами. А если нужно что-то исправить, мы высылаем вам таблицу с результатами проверки, и там отдел технического контроля ставит свои отметки о выполнении каждого пункта технического задания. Технические требования у вас есть, они приложены к договору, и вот ссылки на именно эти технические требования с номерами пунктов у вас будут в этой таблице, что именно выполнено, что хорошо, и что нарушено, и что нужно исправить. И вот вместе вот с этой таблицей я буду вам отправлять инструкцию, куда загружать исправленное, потому что нам бы хотелось, чтобы был такой некий порядок, то есть одна версия, та, которую вы прислали там, предположим, в первый раз, потом исправленная, то, что нужно было исправить, вы загружаете эту версию, и, предположим, может быть, еще одна версия, если не до конца что-то исправилось. Ну, в общем, я вам буду писать, в какую папку нужно загрузить в хранилище. Обычно эта папка под названием «Исправлено». Ну, может быть, исправлено там один, исправлено два, исправлено три, если исправлений будет несколько. Просто призываю вас внимательно читать письмо, в котором будет вот эта таблица с результатами проверки. И ну, вот в этом письме будет информация, куда именно нужно будет загрузить то, что нужно будет исправить. Далее вы ознакомитесь вот с этой информацией, исправите цифровой копии, если будет такая необходимость, и загружайте исправленное в ту папку, которую я вас прошу загрузить. И сообщайте нам. Обязательно пишите письмо на наш адрес knishpam@rsl.ru со словами, что вот мы все, что нужно было, исправили и загрузили, можно начать проверять. Далее все опять по кругу. Мы опять проверяем, проверяет ОТК, и я опять высылаю вам письмо с результатами проверки, и очень хочется надеяться, что это будет такой одноактный балет. То есть мы один раз находим ошибки, отправляем вам результаты проверки, вы все исправляете, и дальше мы все принимаем и, в общем, продолжаем работать дальше. Если у вас несколько партий, если вы разделили цифровые копии, ну, как бы, да, будете делить свою работу на несколько частей, и у вас будет несколько партий цифровых копий, тогда после приемки первой можно будет загружать вторую. И, опять же, я буду делать в вашей папке в хранилище такие подпапочки, например, они будут называться часть 1, часть 2, часть 3 и так далее, сколько у вас будет вот таких партий. И каждую следующую партию нужно будет загружать в соответствующую папочку. Прошу вас, перед тем, как вообще приступать к цифровке и в процессе работы, конечно, обязательно обращаться вот к нашему сайту «Книжные памятники НЭП» в разделе «Профессионалы», вот по этой ссылке. Ну, технические требования у вас в любом случае вместе с договором вы получаете, но вот на этой странице также есть всякие вот наши записи вебинаров и видео, и, в общем, все материалы, которые мы в процессе уже последних лет готовили и которые у нас есть, там размещены. В общем, прошу вас к этим материалам обращаться. Также вот там внизу этой страницы есть база знаний по проекту, и там есть ответы на часто задаваемые вопросы по оцифровке. Прошу вас тоже этими ответами, этими вопросами пользоваться, потому что ну, часто бывает, что вопросы такие типовые задаются. Поэтому сначала призываю вас изучить вот эти материалы, потом, если вопрос такой сложный, и ответа на него не найдено, ну или просто как-то вот не разобрались, обязательно, конечно, пишите нам, спрашивайте, я всегда на связи, всегда отвечу, проконсультируюсь с коллегами, в общем, обязательно вам постараемся оперативно ответить и все рассказать. Можете присылать там скриншоты, всякие варианты, вот как лучше, как если что-то непонятно, как что-то оцифровать, обязательно консультируйтесь, и лучше, конечно, спросить и обсудить все в процессе работы, чем потом мы будем бесконечно возвращать какие-то вот неправильные варианты. Поэтому очень ждем ваших вопросов и надеемся, что мы будем взаимодействовать вот так оперативно. То есть вы присылаете вопрос, мы сразу отвечаем, вы делаете цифровую копию, и после этого все, приемка происходит легко и приятно.
Ну, вот напоминаю, что делать, когда вы получаете ответ от отдела технического контроля. Соответственно, обязательно ознакомиться с замечаниями отдела технического контроля, исправить цифровые копии. Если у вас, например, есть какие-то вопросы по вот этой таблице, которую высылает отдел технического контроля, такая целевская таблица, если что-то, какая-то формулировка вам непонятна, обязательно тоже спрашивайте, пишите, задавайте вопросы, я вам прошифрую, объясню, еще раз с вами все обсудим. То есть, ну, не будете спрашивать, это нормально, и мы ждем ваших вопросов, и очень будем рады вам помочь ответить. Соответственно, вот после исправления цифровых копий нужно загрузить в соответствующую папку исправленный вариант, предварительно ознакомиться еще раз, может быть, с рекомендациями, куда загружать, может быть, с рекомендациями по оцифровке еще раз зайти на наш сайт и там поискать ответы. И после загрузки, соответственно, вот, убедиться, что все исправленное, первая часть и вот предыдущая часть уже принята, и тогда можно будет загружать следующую партию. Ну, собственно, вы готовить-то можете эту партию параллельно, то есть постепенно работать, но загружать, в общем-то, лучше, наверное, частями и дожидаться приемки предыдущей партии, чтобы мы не запутались, чтобы как-то все мы делали поэтапно, и был такой порядок. И вот, пожалуйста, вот это наш адрес, мы всегда на связи, всегда готовы отвечать на любые вопросы, не бойтесь их задавать, даже самые, может быть, такие простые вопросы, ну, в общем-то, любые, и мы всегда будем вам помогать. Ждем ваших цифровых копий. Если у вас сейчас вот возникнут вопросы, я, скорее всего, буду отвечать вам уже лично каждому в почту, потому что ну, чаще всего вопросы требуют и какого-то размышления с моей стороны, и каких-то примеров, может быть, там, скриншотов, и вот какого-то пояснения, объяснения. Быстро, часто отвечать на такие вопросы сложно. Поэтому, если что-то сейчас мы не ответим, то беспокойтесь, обязательно в течение там, ближайшего времени я вам обязательно каждому все вопросы, обязательно все вопросы отвечу. Ждем ваших цифровых копий, ждем сначала запроса о доступе в хранилище и будем постепенно работать. Надеюсь, что до 30 сентября все цифровые копии будут присланы. После этого мы берем такую небольшую паузу на, предположим, там неделю-две для того, чтобы допроверять, предположим, то, что было прислано уже вот ближе к 30 числу. Мы, конечно, не можем гарантировать, что мы все проверим мгновенно, если вы пришлете последнюю партию, там, я не знаю, 29 сентября, что 30 мы все проверим. Нет, конечно. Но тоже не беспокойтесь, мы все обязательно успеем, все проверим и все исправим. Просто это будет, может быть, немножко позже, и, соответственно, договор будет закрываться, и деньги вами будут получены чуть-чуть позже, ну, в смысле, в рамках наших сроков, конечно, нашего проекта, но просто вот, ну, не беспокойтесь, что вы прислали в конце вот этих наших временных рамок, и мгновенно мы не проверили. Ничего страшного, все успеем, все проверим, и все исправим. Дорогие участники этого года и будущего года, не бойтесь участвовать в нашем проекте. У нас, конечно, сложные и большие требования, и такие, ну, в общем-то, мы действительно хотим качественных цифровых копий получить от вас и загрузить их на сайт НЭП, книжные памятники. Но все выполнимо, и, как показывает практика, абсолютно все наши участники со всеми этими требованиями справляются, и все в итоге, в общем-то, все остаются довольны. Спасибо большое за внимание. Передаю слово нашему редактору Елене Борисовне. Она будет вам сейчас рассказывать про создание аннотаций. Так, сейчас я открою презентацию. Вот она. Так. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, очень приятно видеть в ленте своих любимых авторов. Надеюсь, что после этого сезона количество любимых авторов у меня возрастет. Я благодарю всех за креативность, за терпение, за ответственность, с которой люди подходят к нашему делу. Частично
мое выступление будет дублировать тот материал, который я давала год назад, потому что, в общем-то, у нас не так уж много чего изменилось за этот год, но кое-что все-таки изменилось. Если вы хотите послушать, что было год назад, а также если там есть еще одно мое выступление, которое касается итогов года, то, пожалуйста, сайт «Книжные памятники», страница «Информация для профессионалов», раздел «Видео», и там наши вебинары размещены, причем они размещены так, чтобы по каждой теме можно было послушать именно выступление. Если вас интересует оцифровка, то по оцифровке, если вас интересуют аннотации, то по аннотациям, если вас интересует работа в проекте, договоры и вот, вот эта организационная часть, тоже есть отдельные специальные ссылки. Итак, аннотации для сайта «Книжные памятники» мы пишем вот для сайта «Книжные памятники», первая страница которого, как вы видите, она у вас перед глазами. Ничего, как бы, букв там читать не надо вообще в том, что я буду вам показывать. На 98% буквы читать не надо, воспринимайте эти скриншоты просто как картинки. Как вы видите, у нас есть избранные памятники, это избранные такие крем для крем, избранные памятники всего проекта по разным разделам. И в каждом разделе тоже есть избранные памятники. Значит, в разделы избранные попадают только аннотированные памятники. Поэтому мы с вами работаем именно вот для раздела «Избранное». Так, ну, прежде всего, мне хочется как-то немножко вас взбодрить и воодушевить, и рассказать вам, какая хорошая вещь аннотации, каким хорошим делом мы все занимаемся. Про «Избранное» я уже сказала. То есть это значит, что какие-то сокровища из фонда в вашей библиотеке будут, так сказать, подвинуты ближе к потенциальному читателю, порадуют его, ну и представят вашу библиотеку или другую организацию в лучшем виде, что всегда приятно. Аннотированные, они же избранные памятники, наши коллеги из объединенной редакции РГБ продвигают через социальные сети. Если вы подписаны на наши каналы ВКонтакте, Яндекс.Дзен, «Читать не скучно» и так далее, вы можете видеть там публикации с тегом на книжные памятники. Что-то из этого делаю я в сотрудничестве с коллегами, что-то они делают сами. Так что это таким образом помогает нашу книжную культуру пропагандировать. Для читателя избранные памятники, то есть аннотированные, служат точкой входа, потому что до тех пор, пока ты про что-то не узнаешь, ты не можешь этим заинтересоваться. А дальше ты попадаешь в сад расходящихся троп, и дальше ты можешь что-то узнавать про автора, про эпоху, про технологию, про что угодно. То есть это возможность для читателя открыть ему калиточку в наш прекрасный книжный мир. Ну и последнее, работа над ними освежает мозг автора. Я специально такую нетривиальную, не ортодоксальную формулировку выбрала, потому что действительно хочется, чтобы мы все встряхнулись немножечко, работая над аннотациями, отключились от рутины, от наших повседневных забот и тревог, погрузились в какой-то другой мир, задали себе вопросы, которыми мы, может быть, раньше не задавались по поводу вот тех прекрасных документов, с которыми мы работаем. И мне неоднократно действительно авторы писали, что вот надо же, как интересно оказалось писать, как интересно оказалось узнавать. Вот. Так что, в общем, как мы видим, со всех сторон хорошо. Мы вообще везучие люди, давайте это ценить. Что сейчас происходит в проекте, вот в той части, которая касается аннотаций? Списки аннотаций разосланы. Они согласованы с кураторами. Есть некоторое количество участников. Кто в этом году аннотации писать не будет? Ну, во-первых, это те организации, которые не заявили такого желания. То есть они не отметили в форме заявки, что они хотели бы что-то аннотировать. Мы, конечно, в первую очередь обращаем внимание на вот эту последнюю графу, предполагается ли написание книговедческой аннотации.
Ну и в большинстве случаев мы с уважением относимся к тому, что у каждой библиотеки свои возможности. Кроме того, свои возможности есть и у нас. У нас не такая большая, так сказать, пропускная способность по аннотациям. Это требует работы не только меня как редактора, но и кураторов, и дизайнера-верстальщика. Иногда нам приходится обращаться и к другим коллегам. Так что мы стараемся с каждой аннотацией работать очень вдумчиво, очень тщательно. Стараться, ну, представить каждый памятник в лучшем виде. Поэтому мы понимаем свои ограничения. 200 с небольшим аннотацией в год – это наш потолок. И надо помнить, что у нас каждый год открываются новые разделы, и, соответственно, работа с аннотациями к этим разделам, она тоже это как бы работа полного цикла, и мы тоже, ну, как бы это тоже включается в общее количество. Поэтому аннотации пишут не все. В прошлом году тоже так было. На всякий случай в этом году мы разослали тем, кто не будет писать, мы разослали письма, ну, чтобы подтверждение, да, что мы от них внезапно ничего не потребуем, не передумаем. Есть несколько участников, которые, хотя и не изъявили желание в заявке, но, тем не менее, такое желание возникло у нас с кураторами, и идут переговоры, по большей части успешные, и участники, спасибо им большое, они берут на себя этот труд, соглашаются с нашими предложениями, еще не от всех я получила ответы, возможно, кто-то в отпусках, так что большое спасибо всем, кто идет нам навстречу, потому что мы действительно хотим, чтобы каждый раздел тематический нашего проекта вот каждый год украшался, ну, всем самым, самым прекрасным. Вместе с письмом, который содержит в себе список аннотаций, каждая организация получила от меня текстовый файл, форму аннотации. Вот, слева вы видите, ну, эта картинка представляет собой «было-стало», то есть текстовый файл, в котором эту аннотацию я получила, и как это все выглядит на странице. Форма аннотации – это рабочий файл, в нем можно писать пометки, заметки, вопросы ко мне, какие-то свои соображения, все что угодно. Это чисто рабочий файл, его вижу я, ну, иногда его еще видят в своем изначальном виде куратор, но кураторы как бы тоже, здесь никакого формализма нет, это не такой документ, который должен быть вылизан, так сказать, до последней буковки. Мы сейчас пройдемся немножко по форме аннотации, там по большей части я об этом рассказывала год назад, но, во-первых, имеет смысл освежить память, во-вторых, у нас есть новые участники, так что, наверное, это не бессмысленно. Значит, прежде чем вы начнете работать, вы, значит, берете этот файл формы аннотации и запоминаете его под именем. Значит, имя должно выглядеть так: реестровый номер, и дальше либо город ваш, либо как в какой-то форме название библиотеки. Некоторые авторы пишут, я так подозреваю, что в основном для собственного удобства, какое-то очень сильное, короткое, условное название самого памятника, самой книги. Ну, самое главное, чтобы там был реестровый номер и город. Потому что реестровый номер – это вот наше все. Это основной идентифицирующий признак, который помогает нам не запутаться, поместить памятник в нужный раздел, отправить все рабочие варианты файла нужному автору и так далее. Мы запомнили под соответствующим именем, открыли файл. Первым пунктом поставили еще раз этот реестровый номер в самом начале документа. Следующее, о чем нам нужно подумать, это заголовок аннотации, то есть это в сущности заголовок памятника, но на русском и короткий. На слайде подробно написано, что мы понимаем под коротким. А иллюстрация справа показывает нам, что такое не короткий и неправильный заголовок аннотации, ну, в данном случае это не заголовок, не аннотации. Заголовок аннотации называется «Иконография растений». То есть вот страница памятника заглавная «Иконография растений». Фитантоза иконографика, латыни я не знаю. Дальше, значит, много строк из библиографического описания, полное название на латыни. Тем, кто переживает, что читатель, который пришел именно со знанием латыни, или, может быть, человек не читает по-русски, а на латыни как раз читает,
Не переживайте, пожалуйста, поиск по сайту ведется не только по тому, что написано на странице, по полям библиографического описания он тоже ведется. Библиографическое описание под аннотацией всегда есть, оно выводится на странице, есть кнопка «Посмотреть памятник в реестре тоже можно все посмотреть, там все на том языке, на котором это положено. И заголовок аннотации в этом смысле ничему абсолютно не мешает, но помогает людям, которые пришли на сайт с какими-то другими целями, чем почитать что-нибудь на латыни, разобраться, что перед ними. Поля с 4 по 7 – это технические поля, автор, время, место. Это не переживайте, если вы их там не заполнили или там пропустили что-то. Содержимое этих полей копируется автоматически из реестра, но для читателя, для удобства читателя, я обычно стараюсь убедиться, что там нет таких знаков, которые непонятны не специалистам. Например, 1700, два знака вопроса, 4 квадратные скобки и еще какой-нибудь йоксель-мопсель. Это прекрасно понятно специалистам, но в таком случае можно писать, там, например, там, 18 век или там первая половина, третья четверть, что-нибудь такое. Какие-нибудь там 1860-е годы. Ну, то есть понятно, что здесь мы просто идем навстречу читателю и даем ему какую-то более удобно понятную форму той же самой информации. Все, что необходимо знать про эти поля, написано вот мелкими шрифтами под этими пунктами. Опять же, если есть какие-то сложности, спрашивайте. Ну, если я сочту, что, возможно, имеет смысл эту информацию представить в другом виде, мы ее представим в другом виде. И тут это не проблематично. Теперь, собственно, переходим к главному. Мы задержимся здесь ненадолго, потом отвлечемся, потом вернемся. Аннотация состоит из двух блоков. Первый блок виден на странице и не требует от читателя никаких действий. И продолжение аннотации. Чтобы это продолжение прочитать, пользователь должен, во-первых, захотеть его прочитать, но, во-вторых, значит, сделать, так сказать, в рекламных всяких делах это называется call to action, да, то есть призыв к действию. Так что каким-то образом мы должны его побудить, это действие в один клик совершить и почитать дальше. Мы очень приветствуем подписанные аннотации. Мне нужны просто инициалы и фамилия автор или авторов. Никаких титулов, званий, научных степеней в данном случае нам не нужно. Все авторы у нас здесь выступают именно в качестве авторов. Если работало несколько человек, значит, несколько человек. Не надо подписываться отдел краеведения, а надо прямо перечислить всех сотрудников отдела краеведения, которые работали над текстом. Мы с благодарностью как бы все подпишем. Вот, как я сказала, мы вернемся еще к теме, собственно, содержания аннотации. А сейчас несколько слов об иллюстративном материале. В первую очередь памятник иллюстрирует два элемента графических. Это обложка или баннер, вот эта горизонтальная полоса. И аватар – это, как правило, титульный лист. Ну, то есть по умолчанию это титульный лист. В некоторых случаях это бывает переплет. Иногда, например, когда материал, ну, какой-то графический элемент с титульного листа используется для обложки. За иллюстрацией, за весь визуал и сайта, и страниц каждого памятника и разделов у нас отвечает дизайнер-верстальщик, человек очень опытный, с прекрасным вкусом. И поэтому, в общем, мы полагаемся на ее мнение профессиональное. Но при этом мы прекрасно понимаем, что вам эти памятники ближе, вы их знаете как никто, и мы принимаем предложения. Вот, например, если вы точно знаете, что вот какой-то элемент иллюстрации из книги очень хорошо подойдет вот для этого баннера, напишите нам, пожалуйста, об этом, укажите номер слайда или там страницу лист, покажите, какое именно место вы хотите, так сказать, вырезать как в
вот как вы это себе представляете. Единственный момент, что ключевой элемент графический, изобразительный, да, должен быть в центре страницы, потому что наш сайт адаптивен к разным устройствам, и если мы, например, начинаем открывать страницу памятника с телефона, то есть в вертикальном положении, да, то вот края этого баннера отрезаются, и будет обидно, если там самая красота и была. Еще об иллюстрациях в тексте. Что мы используем? Весь материал книги, документа, все, что мы можем из него извлечь и чем, так сказать, порадовать читателей. То, что упоминается в тексте, разумеется, то, на что мы обращаем его внимание. Я добавила сюда еще два пункта по опыту предыдущих лет. Иногда памятник, как бы старательно он ни был оцифрован, все равно цифровая копия не дает в полной мере представления о нем как о предмете, да, так сказать, как о физическом объекте, потому что есть корешок, есть обрез, есть, возможно, какие-то еще элементы, там застежки, ну, что-то может быть такое интересное. Иногда фото в ракурсе хочется показать, то есть когда, ну, книжка снимается как бы немножечко под углом, да, вот с развернутыми страницами, видно, что это такой объемный предмет. Некоторые участники нам присылают такие фото, и мы стараемся их использовать, потому что это обогащает представление читателя о том, что перед ними. Что еще можем использовать? Можем использовать, например, материал госкаталога. Госкаталог – это всероссийский музейный, так сказать, инвентарь, где тоже есть иллюстрации. Почему мы к нему можем обратиться? Например, какая-то картина, на которой, например, ну, предположим, автор в детстве послужил моделью там, для какого-то художника, для какой-то картины. Если мы рассказываем об авторе, мы вполне можем найти в госкаталоге эту картину. И если качество файла нас устроит, то вполне можем использовать бюст автора или исторического лица. Там, ну, в общем, что-то такое. Поэтому это наше подспорье. Что еще хорошо в госкаталоге, как в источнике, это то, что мы можем не беспокоиться о том, что использованные изображения, использование этих изображений нарушает чьи-то права, там, права на использование на то, на сё. Мы не хотим никаких неприятностей со стороны закона об авторском и смежном праве, но вот как бы наше национальное достояние к нашим услугам. Можем воспользоваться. Фрагменты текста мы используем, ну, либо тогда, когда, ну, действительно совсем нечего больше показать. Вот, это совершенно не в упрек памятнику. Бывают памятники безумно интересные, страшно ценные, но абсолютно лишенные каких-то декоративных визуальных элементов. Иногда фрагмент текста – это важная именно иллюстрация, потому что может быть работа со шрифтом, может быть элементы почерка, может быть какая-то надпись, подпись, что-то в этом роде, владельческое или там еще какое-нибудь. Так что вот в таких случаях используем и фрагменты текста. Как рассказывать нам про иллюстрации? Да, мы можем помещать в тексте аннотации в определенном месте, там, где идет об этом речь, например. Можем подписывать картинки, можем подписывать группу картинок, присылать подписи, и мы постараемся весь этот материал задействовать. Значит, для верстальщика самое важное, что нужно знать, это номер слайда оцифровки. Это не всегда возможно, потому что часто процесс оцифровки еще не закончен к тому моменту, как мы уже вовсю работаем над аннотации, но чтобы вас не дергать лишний раз и не просить вас показать там где-нибудь в октябре, а вот скажите, вот этот на каком слайде? Либо страница, либо лист и превью, маленький файл в любом графическом формате, просто чтобы, перелистывая копию, потом дизайнер знал, откуда взять, ну и как бы убедился, что взял правильно. Если используется какой-то фрагмент, например, гравюра, вот мы хотим обратить внимание не на всю композицию, а на какой-то фрагмент композиции, то мы прям пишем, что вот фигура ангела в правом верхнем углу, ну и тоже номер страницы либо слайда, либо листа.
и тоже превью. Это просто ориентир. Не присылайте нам большие тяжелые файлы, если только речь не идет о тех фотографиях, которые вот вы сделали самостоятельно и которые призваны показать какие-то особенности памятника, не отраженные цифровой копией. Так, ну и теперь мы возвращаемся триумфально к нашей, собственно, к содержанию нашей аннотации, к ее логике и структуре. Как я уже говорила, аннотация может быть в виде свернутом, в виде развернутом. В свернутом виде, ну, больше, чем два абзаца мы обычно не делаем. Иногда это бывает один большой абзац. Затем, если человека мы достаточной степени заинтриговали, то он кликает по ссылке «Читать дальше» и видит все во всем блеске и иллюстрированности. Это нас чему учит? Это нас учит тому, что, во-первых, не надо начинать издалека, даже если вам кажется, что это очень хорошо, там какая-нибудь историческая аналогия, что-нибудь такое увлекательное, все время учитывайте, что, возможно, читатель прочтет только это. Только первые два абзаца. И больше, возможно, дальше он перейдет либо к другому памятнику, либо вообще куда-нибудь уйдет, либо перейдет к цифровой копии. Поэтому не начинайте издалека. Вот. Ну и второе, к сожалению, некоторые начинающие авторы, ну, начинающие, я имею в виду, работать в проекте, авторы делают эту ошибку. Им кажется, что вот начало аннотации и продолжение аннотации – это две версии одного и того же текста, только сначала сокращенные, а потом, так сказать, развернутые. Так вот нет, когда аннотация разворачивается, то человек видит весь текст целиком, поэтому не надо повторять содержание первых абзацев, ну, дальше. Ну, вроде бы не сложно, но иногда имеет смысл повторить какие-то очевидные вещи. Ну и о чем мы пишем? Как я уже сказала, начало аннотации должно давать представление у памятники, даже человек, который не пойдет читать дальше. Что перед нами? Что это? И второе, что в этом такого прекрасного, что мы решили об этом написать? То есть вот самое такое интригующее в идеале мы должны помещать именно вот в это начало. Конечно, мы работаем с текстом. Иногда я вытаскиваю из там, последней третьей аннотации что-то, что, мне кажется, лучше представит памятник, и подтягиваю это наверх. Естественно, мы это с вами все обсуждаем, я показываю отредактированные варианты всем всегда. Так что, но уже начиная писать, вы думаете о том, что нужен какой-то ударный момент, который представит памятник в наилучшем виде и вот именно в этой открытой части. Объем этой части, как правило, 500-700 знаков. Все знаки мы считаем с пробелами. Ну, иногда бывает чуть больше, но тут надо смотреть. Невозможно прям вот общее правило. Мы не бумажное издание, мы можем себе позволить некоторую гибкость, но, тем не менее, держать себя в руках надо. В продолжении может быть все, что угодно. Может быть, исторический контекст, сведения об авторе, переводчике, сведения о содержании, о бытовании, истории, о полиграфических и полиографических особенностях, все, что хотим. Значит, общий объем аннотации, весь, целиком, и открытые, и закрытые части, взятые как единый текст, примерно 4500 знаков. Это ограничение скорее психологическое, чем техническое, потому что люди просто не дочитывают длинные тексты в интернете. Ну, это известный эффект. Внимание рассеивается. Может быть, человек, наоборот, настолько вдохновился, что ему хочется скорее памятник побежать полистать. Поэтому 4500 знаков. Я специально считала аннотации, которые написали в прошлом году наши коллеги из специальных отделов РГБ. У меня там была информация, прям вот каждый текст с количеством знаков. Средний объем 3400. Может быть, меньше. Иногда бывает меньше. Лучше написать меньше, но что-то такое прямо ударное. Типа, вот, ребята, мы вам показываем такую классную штуку, идите скорее смотреть цифровую копию. Иногда имеет смысл написать больше, когда, например, у автора или у книги какая-то интересная биография. В общем, будем смотреть. Тоже не пытаемся... Ну, скажем так, у нас все-таки приоритет содержания
перед формальными требованиями, так что относимся к этому творчески. Теперь что нам важно? Нам важно, для кого мы пишем. Да, на наш сайт приходят специалисты самых разных, так сказать, областей, и они тоже входят в нашу целевую аудиторию, мы работаем и для них тоже, но их не настолько интересуют наши аннотации, хотя они тоже живые люди, ну, кураторы, которые, так сказать, сам Бог велел, они очень часто с большим интересом читают аннотации и говорят, надо же, я не знала, надо же, как здорово, надо же, как, что было найдено автором, как замечательно. Главная наша задача по отношению к специалистам – это не наделать в тексте фактических и, допустим, терминологических ошибок. Конечно, кураторы нас проверяют, нас смотрят обязательно все тексты, все кураторы читают все тексты всех своих разделов, обязательно. Но мы должны стараться, стремиться, чтобы уже на входе фактических ошибок, таких, за которые специалист нас поймает за руку, чтобы там не было. Но основная аудитория нашего сайта – это образованные не специалисты, ну, иначе бы они просто не попали, если человек не образованный и вообще не интересуется ни историей, ни культурой, ни книгами, ничем, он просто к нам не придет. Он ходит по интернету совершенно другими тропами. Как правило, эти люди не обладают специальной подготовкой, не владеют специальной терминологией. Мы уважаем их незнание. Важный момент – это не значит, что мы восхищаемся тем, что они чего-то не знают. Мы признаем их право чего-то не знать и даем им возможность что-то узнать. В нашем случае, к счастью, незнание не равно невежеству, потому что невежество – это как раз нежелание, что бы то ни было знать, и, так сказать, активная негативная позиция по отношению к тому, что перед ними. Вот. И читателя, как говорится, Бог посылает. И мы должны не отталкивать человека, даже если он просто пришел порезвиться, нарезать скриншотиков, наделать из них смешных мемов с миниатюрами. В этом нет ничего страшного. Наши книги старше всех нас, чего только не видели в своей жизни, и ничего с ним не будет. Так что цифровые копии, они все стерпят. Вот. А в процессе человек может чем-то и заинтересоваться. Поэтому может быть и такая точка входа. Мы уважаем и таких читателей тоже. И стараемся сделать интересно и им тоже. Сейчас мы поговорим об особенностях тематических разделов. Значит, вы видите список наших особенных разделов. Ну, у нас все, конечно, разделы особенные. Мы начнем не сначала, я скажу несколько слов. Смотрите, значит, книги Дома Романовых, довольно популярный у наших участников тематический раздел. Здесь мы хотим обратить внимание, узнать не только о книге, но и обязательно, кому она принадлежала и откуда мы это знаем. И, возможно, собственно, о судьбе владельцев, что-то об их вкусах, предпочтениях, что-то об их жизни. И всегда бывает интересно, если у вас есть такая информация, каким именно путем книга добралась до фонда вашей библиотеки или организации. Это вот наш, так сказать, информационный ресурс, который всегда полезен, когда мы имеем дело с книгами из коллекции членов семьи Романовых и там всяких дворцовых библиотек. Шедевры. Значит, шедеврами в просторечии мы называем раздел, который официально называется «Выдающиеся памятники книжного искусства». Вообще говоря, то, что я сейчас буду говорить, это применимо ко всем нашим памятникам, но в этом разделе это особенно важно, потому что здесь очень легко захлебнуться, так сказать, восторгом, и этот восторг эмоционально высказать в тексте аннотации, но не сказать ничего существенного, ничего информативного. Потому что очень важно не просто написать много-много прилагательных в превосходной степени, но и рассказать, почему это шедевр, почему. Вот как мы понимаем, вот это шедевр, а это не шедевр. Об этом я относительно подробно тоже говорила в прошлые разы. В общем, подумайте, что делает этот памятник выдающимся, даже на общем выдающемся фоне наших памятников. Почитайте аннотации к другим памятникам этого раздела. Ну и задавайте вопросы мне, если я не смогу ответить, мы пойдем к куратору, если куратор не сможет ответить, мы привлечем других коллег.
если мы ссылаемся на мнение какого-нибудь, ну, допустим, знаменитого критика, да, какой-то важной фигуры, которая назвала эту книгу шедевром, то, значит, мы не просто говорим, что вот, а вот такой-то сказал, что это выдающийся памятник. Давайте посмотрим, может быть, этот замечательный человек сказал что-то такое, почему он считает памятник выдающимся, и процитируем его. Так, а теперь мы возвращаемся к пункту 1. И речь идет об обширной группе разделов, которые можно объединить по тому признаку, что они написаны на языках, которые не каждый наш читатель прочтет. Это могут быть славяно-русские рукописи, это могут быть западноевропейские рукописи, это могут быть издания о России, вышедшие в европейских странах, или наоборот, издания на европейских языках, вышедшие в России. Это могут быть издания на национальных языках народов России. У нас довольно много, да, восточная коллекция, ну, как правило, восточная коллекция наполняет наша библиотека. Но, в общем, важно то, что читатель с не очень большой вероятностью, вот наш любимый широкий, условно широкий читатель, скорее всего, не сможет прочитать сам текст, открыв памятник. Поэтому это именно та группа разделов, где в аннотации можно коротко пересказать содержание. Но тоже надо как бы трезво понимать, что мы делаем, потому что не нужно пересказывать содержание Евангелия, не нужно пересказывать содержание жития какого-нибудь святого. Хотя, если это не очень известный святой, и если, например, у него была какая-то увлекательная биография, полная приключений, а такое бывает, тогда можно, вполне можно об этом тоже написать. Ну и, разумеется, если мы имеем дело с каким-то оригинальным произведением на каком-то из языков народов России, конечно, хочется узнать, о чем это, да, там, о чем эта пьеса, о чем эти очерки, там, например, о героях труда, или там, чему посвящена эта поэма. Конечно, это важно. Можно приводить цитаты, можно их, если вы владеете языком, можно переводить самостоятельно, если вам это кажется важным для понимания читателем, да, что, читателем аннотации, что перед ним. Либо, если существует уже перевод на русский, значит, мы цитируем этот перевод. Если мы его не цитируем, но мы знаем, что он есть, то имеет смысл написать, что он есть, да, потому что, ну, вот иногда прям хотелось бы прочитать, но вот, ну, не владеет человек этим языком. В общем, вряд ли в ближайшее время владеет настолько, чтобы читать прямо в оригинале. То есть общая цель – это заинтересовать читателя, который текст не прочтет. Конечно же, графика, история создания, издания, бытования, масса всяких возможностей. Но вот все время надо смотреть на памятник глазами читателя, который не читает там на якутском, или на калмыцком, или на французском, или на латыни. Наш очень-очень любимый раздел издания региональных типографий, который с нами с самого начала проекта, очень активно пополняемый аннотированными памятниками каждый год. Большое удовольствие читать все эти аннотации. Что нам важно в этом разделе? Нам важно, чтобы была возможность узнать не только про сам памятник, но и про ту типографию, из которой этот памятник вышел. Здесь есть список вопросов, которые следует задать себе и по возможности ответить на них в тексте. Что мы можем хотеть знать про типографию? Последний вопрос, обратите внимание, есть ли информация о типографии в уже размещенных на сайте аннотациях? Бывает, что либо в предыдущие годы, либо, значит, в этом году несколько памятников, они вышли, так сказать, с печатного станка одной и той же типографии. Не надо дублировать эту информацию. Надо посмотреть, если она уже есть. Если вас удовлетворяет объем информации о типографии, который уже есть, то, значит, просто мы делаем ссылку. Там подробнее о типографии можно прочитать в аннотации к памятнику такому-то. Если человеку интересно, пойдет и прочитает. Если вы владеете еще какой-то дополнительной информацией,
о типографии, возможно, о судьбе ее владельца. Иногда бывают очень, очень интересные эти люди, и с удовольствием мы про них читаем. Тогда мы помещаем информацию в такой форме, что, значит, информация была основана таким-то, таким-то человеком, ну, предположим, что мы именно этот фрагмент хотим добавить, таким-то, таким-то человеком, отличившимся, там, хорошо известным в регионе, отличившимся там таким-то выдающимися своими делами. А, значит, подробнее там или там дополнительную информацию можно получить там-то. И ссылка на памятник. То есть мы стараемся по возможности связывать памятники внутри нашего портала, чтобы картинка становилась более объемной. Периодические издания, в первую очередь газеты. Значит, дело в том, что газеты, у нас новый раздел, и, казалось бы, у нас нет опыта работы с газетами. Но нет, у нас есть опыт работы с газетами. Если вы наведете камеру вашего телефона на QR-код, то вы сможете попасть на страницу памятника, подборку газеты местной, локальной, «Валуйский земский листок». В прошлом году Белгородская библиотека дала нам этот памятник в раздел «Памятники печати региональных типографий». И спасибо большое автору Ане Шацкой, проявившей большое терпение, раздобывшей массу увлекательных сведений о, собственно, самом этом населенном пункте, о том, как издавалась газета, кто над ней работал, что там печаталось. Очень советую пройти и посмотреть. Разумеется, это не единственный возможный способ представить газету, но, скажем так, один из. Но это тот пример, которым мы можем воспользоваться. Списком перечислены те моменты, которые хотелось бы, ну, скажем так, которые мы можем отразить в нашей аннотации. Кто издавал газету, для кого, с какой периодичностью газета распространялась, издавалась и, соответственно, распространялась, была ли подписка, или ее там продавали, если продавали, то где, сколько стоила, насколько была доступна, тиражи, возможно, они как-то менялись с течением времени, возможно, были какие-то приложения, насколько была влиятельная газета, ну, тут, конечно, все зависит от самого издания, может быть, какие-то интересные авторы там публиковались, потому что в региональных газетах часто публиковались, в общем, авторы с вполне себе всероссийской известностью, либо, возможно, это были какие-то очень важные для региона люди, и имеет смысл тоже о них там, ну, как-то упомянуть, да, что-то про них сказать, потому что это все наша история. Довольно много у нас изданий многотомных. Многотомных, ну, многотомники, как мы понимаем, бывают типа роман старинный, длинный, длинный. Ну, к нему мы относимся как к единому произведению, и это обычно сложности не возникает. А вот пример многотомника, который типа собрание сочинений, я приведу. Это памятник из коллекции императрицы Александры Федоровны, фонда РГБ. Это полное собрание сочинений Жан-Жака Руссо на французском языке. Наведя камеру на QR-код, вы можете попасть прямо на страницу этого памятника. И это пример того, как аннотация может быть прикреплена не к первому тому, что кажется, ну, логичным, да, и таким выбором по умолчанию. В данном случае она прикреплена к шестому, потому что в этом томе собраны ботанические тексты Руссо на ботанические темы. Он был довольно увлечен, так сказать, миром растений. Это иллюстрированный том, и, возможно, для человека, который либо не владеет французским, либо ему кажется, что Жан-Жак Руссо – это такой пыльный классик, вот, возможно, для него это будет некоторый неожиданный поворот. Частично к многотомникам примыкают, иногда мы просим участника написать аннотацию, например, одну аннотацию на три книги одного автора, то есть это не многотомник, а просто, ну, три книги, объединенные общей темой и принадлежащие перу одному автору. Тоже можно прикрепить к любой из них, в зависимости от того, что лучше иллюстрировано, что, может быть, имеет больше практически даже интерес для читателей. В общем, к этому тоже надо подходить гибко, творчески и помнить, что есть такая возможность.
Еще один пример, тоже примыкающий, так сказать, к многотомникам периодики. Тема – это продолжающееся издание. Этот пример, опять же, есть QR-код, кто заинтересуется. Оренбургская архивная комиссия, ее труды, много выпусков. Сергей Четверяков работал над этой аннотацией, спасибо ему. И я сделала вот специально прям скриншот из текста, вот эти вот синенькие числа, да, в тексте, это ссылки на конкретные выпуски, которые упоминаются в самом тексте, что вот в одном выпуске было там материал на такую тему, в другом на другую тему. Можно таким образом, то есть можно подсвечивать буквы, можно подсвечивать цифры, но важно дать возможность читателю, если он заинтересовался или, может быть, заинтересуются когда-то потом, надо дать им возможность переходить на другие, так сказать, связанные издания. В этом году мы, если вы обратили на это внимание, мы модифицировали свой сайт. Теперь у нас есть внизу под аннотацией под 777 есть раздел «Связанные издания». И мы надеемся, что это поможет вот для такого рода памятников, поможет читателям, ну и, собственно, вам тоже в поисках, что если у нас есть один номер газеты, а один памятник – это один номер газеты, поможет вам, значит, посмотреть другие номера газеты, другие книги того же автора и так далее. Важный момент, который мы всегда подчеркиваем, и, к счастью, он уже не вызывает у участников того сопротивления, которое было в начале. Но еще раз на всякий случай поясню, что, во-первых, почему мы боремся за оригинальность текста. Ну, во-первых, это уважение к читателю. То есть мы пишем специально для читателя нашего сайта, мы пишем аннотацию. Вот лично для них. Второй момент, тоже немаловажный. Если в тексте содержится много заимствований дословных из уже каких-то других текстов, опубликованных в открытых источниках, поисковые машины индексируют его хуже, да, то есть он ниже в результатах поиска выдается. И это тоже немаловажно. Мы хотим сделать все, чтобы наши памятники сразу вот, во всем блеске сразу были видны. Но в первую очередь это, конечно, уважение к читателю. Понятно, что мы заимствуем информацию. Понятно, что никто не изобретает автору новую биографию ради того, чтобы текст был оригинальным. Но мы не должны заимствовать, так сказать, подбор слов, их словосочетания, их порядок в предложении. То есть мы эту информацию пропускаем через себя и выдаем оригинальный текст. На заимствование, если вы, допустим, не помните, откуда вы какие фрагменты информации пособрали в свой рабочий файл. На заимствование можно проверить. Любой поисковик, ключевое слово – антиплагиат. Есть ресурсы, которые позволяют, они прям подсвечивают цветом заимствованные фрагменты. Там иногда дают список прямо, откуда это взято. Разумеется, из этого правила исключаются цитаты. То есть, когда мы цитируем источник, конечно, мы его должны цитировать дословно, если он уже был где-то процитирован в открытых, так сказать, в открытом доступе. Да, это да, цитата есть цитата. Важный момент, очень часто автор аннотации – это автор и какой-то научной работы, уже существующей на эту тему. Так вот, не надо брать целиком фрагмент своей статьи или какого-нибудь там автореферата или еще чего-нибудь, и его прям цельнотянутым куском, если это не цитата, перетаскивать в аннотацию, вы автор, перескажите это в научном, таком, ну, скорее в научно-популярном даже, популярно-публицистическом стиле, а не так, как вы представляете эту тему своим коллегам, перескажите. Русский язык достаточно богат, чтобы можно было одну и ту же мысль высказать, ну, большим количеством способов. У нас, ну, таких проблем не должно просто возникать. И еще несколько соображений. Когда мы упоминаем в тексте какую-то персону, какого-то человека, то, с одной стороны, мы должны помнить, что, ну,
я все время говорю, что вот не надо писать, что Лев Толстой – великий русский писатель, потому что все знают Льва Толстого. А если мы упоминаем человека, которого знают, например, хорошо специалисты в этой области или хорошо знают в регионе, или, может быть, не очень хорошо знают в регионе, или это какой-то критик, или еще что-нибудь, всегда смотрите на ваш текст глазами читателя, который вообще впервые в большинстве этих людей слышит, и думайте, сможет он что-то узнать об этом человеке, просто забив его фамилию в поиск, или нет. Особенно много сложностей возникает, если у человека какое-то очень распространенное имя, фамилия, отчество, и поди пойми, вот речь идет о там, мемуаристе или о литературном критике. Поэтому пишите хотя бы два слова, там, допустим, священник, путешественник, там, мемуарист и литературный критик, журналист и, не знаю, светская персона. Хотя бы в двух словах, чтобы дать какую-то точку опоры. Если мы цитируем произведение, или мы цитируем, может быть, ну, не текст самого памятника, а текст, допустим, ну, критической статьи об этом произведении, опубликованной там где-нибудь в XVIII веке, мы понимаем, что орфография и пунктуация за это время очень сильно изменились. Поэтому я как редактор, ну и корректор как корректор, не считаю себя вправе внутрь, так сказать, этих кавычек вмешиваться. Но очень прошу вас убедиться, приводя эту цитату, что, так сказать, авторский вот этот вот текст, он передан верно, и если запятая стоит в каком-то парадоксальном современной точке зрения месте, ну, значит, тогда так было надо или можно. Просто тоже, чтобы я понимала, что все проверено, и что это не ошибка или там какая-то опечатка, а да, действительно так у автора. Бытовое и профессиональное понимание терминов тоже следует учитывать. Ну, простейший пример, например, в разговорном языке обложка и переплет – это одно и то же. Ну, мы пользуемся этим как синонимами. Это не синонимы. Но, в общем, надо все время так, иногда прикручивать свою профессиональную оптику и подкручивать бытовую, потом менять их местами и стараться найти какой-то баланс. Ну, для этого, в частности, для этого текста читают кураторы – и, как правило, мы находим такое решение, которое понятно и широкому читателю, и специалисту, так сказать, взор не оскорбляет. Сносок в той форме, в которой они делаются в научных публикациях, мы не делаем. Мы не делаем, потому что этого не допускает формат нашей верстки. Поэтому, если мы цитируем что-то, мы просто в скобочках добавляем, кто написал, ну и где написал. Ссылки на другие памятники, размещенные на сайте, либо, может быть, внесенные в реестр, но не вошедшие в проект, но иногда это имеет смысл. Такие ссылки мы делаем, прям активные ссылки. Список литературы мы не публикуем, но кураторы все время подчеркивают, что это им помогает в работе с аннотацией, так что мы, ну, скажем так, мы благодарны авторам, если они приводят список литературы, просто потому что это дает опору куратору, когда кураторы смотрят аннотации, ну и пытаются понять, на что, ну, откуда взята фактура и все такое. Порядок работы над аннотациями вы видите здесь. Значит, пункт 1 нами благополучно пройден. Да, если, кстати, кто-то из вас считает, что он должен был получить от меня письмо, но его почему-то не получил, пожалуйста, напишите мне, либо на наш общий mail, либо на мой личный, ну, в смысле, рабочий. На следующем слайде будут контакты. Мы прошли первый пункт. Сейчас мы, я надеюсь, кое-кто находится уже на втором. Во всяком случае, первые тексты аннотации я им получила. Большое спасибо нашим, так сказать, пионерам. Вы пишете тексты, посылаете их мне со всеми своими соображениями, сомнениями, ну, всем, что угодно. Мне можно писать в любой форме и на любом этапе. Вот если вам вот внезапно, ну, вот вы не знаете, о чем писать, или вы не знаете, о чем лучше написать, пишите мне, пусть об этом голова болит у меня тоже. Пункты 3, 4, 5, они не всегда идут в такой четкой последовательности. Иногда я сразу показываю, ну, то есть я читаю, конечно, в первую очередь, но иногда я сразу показываю текст куратору, там, где я чувствую
свою недостаточную компетентность там, где я боюсь допустить ошибку в силу того, что я отношусь как раз к категории скорее широкой публики, чем специалистов в какой-то конкретной области, тем более, что областей у нас много, и специалистам во всех областях быть невозможно. Если это происходит последовательно, то мы сначала снимаем с вами мои вопросы, потом текст читает куратор, потом, если у куратора возникает вопрос, то автор еще и на вопрос куратора отвечает. Ну, как правило, мы это делаем я очень надеюсь, обременительной манере. Мы стараемся экономить ваше рабочее время, ваши силы, не нагружать вас какими-то избыточными итерациями. Но иногда есть какие-то вопросы, на которые мы хотим получить ответы, если они у вас есть. Иногда бывает, что ответа нет, например. Мы спрашиваем, а где была эта книга вот там в промежутке между там, Дворцовой библиотекой и вашим фондом? Иногда вы знаете, просто почему-то не добавили это в аннотацию, а иногда вы не знаете, ну что ж, на нет сюда нет. Ну и последний этап – это корректура, верстка, размещение на сайте. Наш, так сказать, очередная порция, очередные 8 тысяч памятников очередного года проекта размещаются 30 ноября каждого года. И мы стараемся все тексты, которые к этому моменту уже готовы, разместить в виде текстов. Даже если верстка еще не закончена, иллюстрации еще не подобраны, потому что это, ну, требует определенных затрат и времени тоже. Но, тем не менее, мы стараемся ознакомить. То есть если у нас есть что рассказать читателю, пусть оно пока не очень красиво выглядит, но зато это интересно читать. Мы размещаем тексты сразу, вот как только текст признается готовым к размещению на сайте. И затем постепенно дизайнер доверстывает все аннотации, дообрабатывает все иллюстрации, и тогда все наши аннотации предстают во всем блеске и красоте. Вот. Собственно, так вот ужасно неудачно. Неудачный оттенок. Сайт книжный, здесь мой мейл и наш общий мейл. Selezneva.eb@rsl.ru мой мейл. Общий адрес проектного офиса вы знаете. Пишите мне, задавайте вопросы. Если я вам писала уже, кстати, со своего мейла, то у меня там есть номер моего мобильного телефона, и я присутствую, ну, например, в Телеграме, то есть мне можно написать в Телеграме, если вам надо что-то быстро уточнить. Так что я желаю нам всем хорошей, увлекательной, со всех сторон благородной работы, хорошего сезона, хорошего лета тем, кто еще не успел сходить в отпуск, хорошо отдохнуть. И надеюсь, что мы с вами отлично отработаем этот сезон и сделаем хороший задел на будущее. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. Уважаемые коллеги, большое спасибо всем, кто сегодня с нами. Я немножко поспамила в чате, написав несколько раз приглашение присоединиться к нашему каналу в Telegram. Telegram удобен тем, что сохраняется вся история переписки, и вы можете прочитать и все новости, и все сообщения, и напоминания про консультации. Также сейчас я продублировала наш общий адрес, адрес Элины Марисовны. Пишите нам, приглашаем всех к участию в новом году. Всегда поможем, всегда поддержим. Напоминаю, что оплату всем произведем до 30 ноября. Те, кто уже получил от нас одобрение, дожидайтесь номер договора и присылайте счета и акты. Прием заявок на 24 год начнем 15 декабря. Ольга Викторовна, благословите всех. Уважаемые коллеги, я вот сейчас, пока шел вебинар, отправляла несколько писем как раз где-то с результатами проверки, где-то с подтверждением, что мы эту проверку начали. Вот, мне кажется, сегодня как раз были заданы вопросы на эту тему. Да, действительно, у нас иногда бывают такие перерывы, но сейчас лето, понятно, время отпусков, иногда мы чуть-чуть
задерживаемся на там пару-тройку дней. Вообще стараемся все это делать очень оперативно и проверять, и вас информировать. Но если вдруг какая-то произошла задержка, ну, извините нас, мы тоже, в общем, стараемся, но не всегда можем делать это настолько оперативно, как хотелось бы. Но обязательно всем ответим, всем все проверим, напишем, поможем. В общем, мы всегда на связи. Пожалуйста, задавайте вопросы. Я надеюсь, что, как всегда, у нас в этом году все произойдет по плану, и все будет удачно. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Ждем цифровых копий и продолжаем работать дальше. Спасибо всем. Желаем всем удачи, хорошего дня, успехов в проекте. Пишите. Всего доброго и до связи. Всего хорошего. До свидания. До свидания.